Встречайте, команда КВН «Лучшие друзья». Команда «Лучшие друзья». Друг на друга шутим мы всегда. И я ему отключил микрофон. А я так рад, что стал не пуст. А ты похож на тащиту фурст. Молодые девчонки, привет. А ему скоро будет 30 лет. Снастин, Панда, Солова и Жучара, Вера, Боров, встречайте Панда-сёра! Мужики, я знаю, что нужно сделать, чтобы сегодня победить. Ну и что? Сейчас я покажу свой фокус. Я за одну войду к лесу, а попаду в другую. Ну давай. Готовы? Поехали. Разрешите, пожалуйста, пройти. Девушка, можно? Расступитесь, пожалуйста. Балдычки, мне на сцену. Пустите, пожалуйста. Ну вот. Ну и где же фокус? Ты до конца досмотри. Сейчас я вернусь обратно. Поехали. Молодые люди, разрешите, пожалуйста. Можно пройти? Можно я пробегу? Девушки, пожалуйста. Такая обманочка. Фантазируем вместе с нами, поехали! И первая наша ситуация произошла в автобусе. Ой, бабушка, я вас не заметил, садитесь, пожалуйста. Да какая я вам бабушка? Ой, а Катя вам еще не сказала? Стоять! На лестничной площадке. Здравствуйте, мы ваши новые соседи сверху, и сразу хочется предупредить. Мы очень любим слушать музыку в стиле хард-рок, хэви-метал. Еще я люблю выпить, прихожу домой, бью свою жену, она кричит, орет, вызывает милицию, приезжает, стреляет, шум такой неимоверный, понятно? А? Хорошо, только не шумите. Соседи утром на балконе. Здорово, сосед. Ну, вчера, конечно, со своей разошлись. Если бы вас не знал, подумал бы, что свинью резали. Ладно. Во, что с копытами делать? Света, ну что? В обычном магазине. Здравствуйте, можно бутылочку водочки? Такой молодой, а уже бутылочку водочки. Видела бы вас ваша мать. А что с ним? И так его больно. А сейчас многие молодые пары заключают брачные контракты. Итак, представьте, одна из таких семей. Так, дорогой, зачем мы заключали брачный контракт? Там всего три пункта, неужели их тяжело выполнить? Первое. Хотя бы раз в день выносить мусор. Второе. Не заходить в туалет, когда там кто-то есть. И третье. Не ставить пустой пакет от молока в холодильник. Ну и какой из них я не выполнил? Ты не вынес мусор! Ну, так один-один. В смысле? Из туалета выйди. Всем знакомая ситуация перед сном. Братан, я у тебя телефон на зарядку поставлю. Да, ставь. Фантазируем дальше. Быстрые миниатюры. Физрук опаздывает на работу. Помешали сделать задуманное. Бабушка, а ты что здесь делаешь? А я тут это, котят купаю. После секса. Витя, сынок, домой. Белорусский футболист забирает ребенка из детского садика. Сынок, я здесь. Папа, пойдем быстрее, пойдем. В Коблинском клубе. С
Стоп, вы не проходите. В наш клуб в кроссовках нельзя. О, Господи. Продолжаем фантазировать. В песнях есть звуки, которые взялись вроде бы непонятно откуда. Но если грамотно объяснить, то все становится на свои места. Макс? Исполнителя песни «Секс-бомб» угостили белорусскими сигаретами. Немцы спросили у Макса Коржа, остался ли кофе, и он им ответил. Музыканты выступали суровой зимой, и один из них, ну, очень замерз. Вы в конце, а оказывается, Ирина Аллегрова не знает слова «спасибо». Когда ты даришь мне розбуки, я говорю дорогие друзья, мы все молодые учителя. И даже на работе нас называют фантазерами. Потому что прожить на 200 евро может человек, ну, с очень хорошей фантазией.